Добрый вечер, дорогие друзья. В связи с тем, что военное и политическое руководство Армении показало свою полную несостоятельность в связи с вчерашними событиями, когда наши оборонительные пункты без боя были сданы врагу, мы решили создать отряд добровольцев для защиты суверенной территории Армении от внешних и внутренних угроз. Но мы столкнулись, к сожалению, с такой проблемой, что Армен Саркисян в прошлом году издал указ, согласно которому иностранные граждане не имеют права участвовать ни в каких военных конфликтах на территории Армении либо на территории Арцаха. Поэтому нам прежде всего нужно отменить данное решение. И если Армен Саркисян будет против этого, то требовать того, чтобы он покинул свой пост президента.